Здравствуйте. Представляю вам капли от блох и клещей для собак под названием Advantix немецкой фирмы Bayer. Эти капли, они на основе имидаклоприда и перметрина. Если будете выбирать препараты, то обратите на это внимание. Значит, они идут в такой картонной упаковке, в упаковке 4 пипетки с веществом для использования. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот такая коробочка. В коробочке есть инструкция. И есть герметично запаянный пакет с пипетками. Вот так это выглядит. Значит, они идут в разных формах по объему. Здесь на упаковке указан, мы покупали для небольшой собаки 7 килограмм, от 4 до 10 килограмм. Есть форма выпуска в меньших пипетках до 4 килограмм. Есть в инструкции тут такая табличка, в которой описаны все формы выпуска. 4-10, 10-25, 25-40 килограмм и 40-60 килограмм. Капли предназначены исключительно для собак. Их нельзя применять котам ни в коем случае. И эти капли, собственно, они, как утверждают производители, как доказано на практике, действительно в течение месяца защищают от укусов, паразитов, от комаров, мух отпугивает даже там. И животное чувствует себя прекрасно в течение месяца без проблем. Через месяц можно обрабатывать повторно. Значит, сейчас я разрежу, покажу пипеточки, разрежу упаковку. Упаковка совершенно герметична и запаяна. Значит, аккуратненько отрезаем сверху. Вот внутри вот такие 4 пипеточки. А на задней стороне наклеечка. Эта наклейка вам нужна для вклейки в паспорт животного с указанием даты, когда вы произвели обработку лекарства. И, ну, я не буду сейчас вынимать саму пипетку, но ей пользоваться очень просто. То есть вы ее вынимаете отсюда, вскрываете надавливанием и выдавливаете животному в холку. Вот такое прекрасное немецкое лекарство Advantix для ваших любимых питомцев.